Добрый день, уважаемые друзья канала «Настоящий узбекский». В нашем сегодняшнем видео речь пойдет о новом терминале прилета. Это новый зал прилета в международном аэропорту Ташкента. Новый терминал прилета был открыт в 2018 году. Это современное здание. Оно возникло на месте бывшего местного аэропорта. Построенное в национальном стиле, здание имеет очень высокую пассажирскую пропускную способность. Перед зданием имеется навес, под которым могут ждать прилетающих встречающие. Везде развешаны табло, информационное табло о прилетах. Это мы вот сейчас находимся внутри самого здания прилета, непосредственно перед таможенным досмотром. Вы видите очень много кабинок, я насчитал 26. Всего выход из аэропорта занимает около получаса. Это багажное отделение, сразу на багажной ленте через минут 10-15 после прилета появляется багаж. Здесь также имеется при выходе два коридора, это зеленый и красный, с заполнением таможенной декларации и без. Большое спасибо за ваше внимание, это был новый зал прилета международного аэропорта города Ташкент.